Я очень люблю наш город Магнитогорск. Очень-очень. Я даже люблю тех людей, которые немножко у нас воруют. Потому что без воровства, похоже, ничего не получается, да ведь? Я очень сильно не люблю дивную особенность нашей осени, да, когда у нас батареи включают только тогда, когда все уже замерзнут нахрен. Я не против того, что вы будете воровать. Почему нет? Мы же вам платим. С какого перепуга? Вот видите, передо мной, вот за моей спиной, две башни. В смысле, не две башни. Это ТЭЦ, наша любимая ТЭЦ. Не верите? Зря. Мы наступаем и показываем все это где? Прямо передо мной улица Советской Армии. Прямо вот, прямо передо мной. Улица Советской Армии. Вот этот ТЭЦ. Чего там ничего не светится? Объясните мне. На улице температура ночью. Ночью. Температура в наших домах, извините, подвиньтесь. Но, наверное, 0 градусов. Я, конечно, все прекрасно понимаю, но, как бы вам сказать, эти дома не могут отопиться сами по себе, получается. Да ведь? А вы это дело не получаете. То есть мы сидим и морозимся, господа мои. Я не противник того. Да и летом, вот сейчас, допустим, на улице, грубо говоря, 4 часа, ну, можно еще раздеться, более или менее. Но не до трусов же, правильно? Мы все замораживаемся. Почему вы не включаете отопление? Я не доезжаю. Все же хотят жить спокойно. Воруйте, воруйте, воруйте. Но дайте людям жить.